Наверняка вы все помните шарпейку Рокси. Метис шарпея. Немолодая собака. Истощенная. Изможденная. В ошейнике. И на поводке была привязана к забору. Февраль месяц был. Ее еле подняли на лапки, как она замерзла. Отвезли ее сразу на передержку, где она и находится в настоящее время. Но собака была в сильном стрессе. Сейчас она отошла. Дружит с кошками. Вообще собака очень адекватная. И ей очень нужен дом. И ваша забота.
мать и девочка.